Главный ответ на вопрос, пиарщик или не пиарщик, смогут себе дать студенты различных университетов России. Конечно же, после посещения образовательного форума Russian PR Week. В этом году состоится уже 5-й юбилейный форум. Я каждый год принимаю участие, начиная с первого курса, потому что интересно. Каждый год интересные спикеры приезжают. И в университете у нас практики тоже немало, но здесь чисто практика и кейсы вот рассказываются, поэтому это намного интереснее. Жду в первую очередь много интересного и полезного, много полезной информации для себя, которую я, наверное, смогу как-то применить в будущем. На площадке форума собралось более 400 студентов и молодых специалистов со всех уголков страны. Своими секретами успеха с участниками делятся ведущие специалисты из области пиар, рекламы и маркетинга. В программу форума включены не только выступления спикеров, но и тематические воркшопы, на которых участники смогут отработать свои навыки, решая кейсы от компаний-партнеров. На этих воркшопах просто мы зовем казанских именно спикеров, ну, то есть казанских агентств. Это мы отдаем дань Казани, как городу, в котором зародился бренд Russian PR Week. На мастер-классах они будут взаимодействовать со спикером напрямую. То есть чем меньше людей, тем больше процесс взаимодействия происходит между тем, кто говорит, и между тем, кто слушает. Каждый день форума будет соответствовать определенной тематике, всего их 4 – бизнес, спорт, медиа и личность. Помимо образовательной части, в программу форума включены и развлекательные мероприятия. В первый день состоится фирменная вечеринка «Напиаримся», а специально для иногородних студентов организаторы проведут увлекательную экскурсию по городу Казани. Участников ждут насыщенные дни. Свою работу форум завершит 22 апреля. Анна Глазунова, Дмитрий Варламов, Универньюз.